конце 17 века в деревне Зверки Белостокского уезда жили благочестивые крестьяне Петр и Анастасия. И был у них сынишка 6 лет, Гавриил. Мальчик рос кротким, незлобивым. Заметна была в нем склонность к созерцательному уединению. Как-то раз пошла Анастасия в поле отнести обед супругу. А в это время в дом забрался арендатор-еврей. Приласкал дитя и тайно увез его в Белосток. Там младенца предали мучениям, кое дитя терпел 9 дней, пока не испустил дух. Тело его бросили на опушке леса близ деревни Зверки. Голодные собаки, нашедшие тело, не только не растерзали его, но и охраняли даже от хищных птиц. На доносившийся лай собрались жители деревни и, найдя тело мученика, признали, что младенец погиб в результате ритуального убийства. Был погребен святой Гавриил при большом стечении народа близ деревенского храма, и с тех пор считается сей мученик целителем детей. Третье мая. День памяти мученика Гавриила Белостокского, Слуцкого, младенца.